В мобильных пунктах вакцинации от коронавируса ажиотаж. Владивостокцы стоят в длинных очередях, чтобы сделать прививку. Медики отмечают, что ранее мобильные точки такой популярностью не пользовались. Люди проходили мимо. Сейчас ситуация изменилась. Понедельник, торговый центр. Желающие привиться томятся в ожидании своей очереди. Рабочий день с 10 часов, и, в общем-то, народ уже, насколько я знаю, занимается с 9 часов. Поэтому желающих очень много. Более 60 человек ежедневно. Вот в субботу было под сотню. Чтобы сделать прививку, люди готовы ждать час, а то и три. Мотив один – здоровье. Давно стоите в очереди? Не очень. Час примерно, полтора. Скажите, почему вы решили все-таки привиться вот сейчас? Ну, ответственность большая. Мы должны соблюдать. Беречь друг друга нужно просто. Вот и все, я считаю. Три часа. Три часа? Да. А вы во сколько пришли сегодня? Десяти. Десяти вы пришли. Расскажите, пожалуйста, почему вы все-таки решили привиться вот сейчас, в этот период? Я лично привилась очень рано. Привила сегодня дочку. Это внуки сидят мои. Ждем маму. Надо обязательно прививаться. Обязательно. Лежать в больницах – это очень страшно и тяжело. Потому что много знаю смертей. Не хочу. Ребенок маленький. Хочу жить. В Приморье ежедневно ухудшается эпидемиологическая обстановка. За минувшие сутки в крае зафиксирован 101 новый случай коронавируса. В последний раз больше сотни заболевших было зарегистрировано 23 февраля. Напомним, что во Владивостоке сделать прививку можно в поликлиниках и больницах города, а также в общественных местах, торговых центрах, МФЦ, в правительстве края. Алина Черненко, Настасья Лихман, новости на Восьмом.